центр сида. Покрой себя славой. Ну же, Эрлен, слава ждет! Иди же, Сёнин. Защищайте меня! Смерть невеликая, но и он таким не был.
Я не этого ожидал. Ледяная. Нужно поскорее выбираться из воды.
Тут тебе не Альрикс-то. Там и людей больше, и домов. Не так уж тут и... Могли бы отправить... Расправь крылья, Сюнин. Сыграть в Warlock. Это Эйвор! Открой дверь! Входи, только тихо, чтобы не слышали люди Харальда. Где мы будем жить? Англия. Дня назад мы избавились от Кьотви и его псов. Но нынче мы не пируем. Мы прячемся за облаком страха. Но может быть иначе. Мы не позволим мальчишке наступить нам на горло. Мы клан Ворона. Наша судьба в наших руках. Ты знал, что твой отец даст клятву Харальду? Не знал. И оттого мой гнев полыхает еще жарче. Но я не собираюсь впадать в отчаяние. Мы не можем остаться здесь, под сапогом Харальда, не разжигая войны. Но можем пойти дальше, в новые земли. В Англию. И построим там новый дом, свое королевство. Сыновья Рагнара Ладброка пришли туда 8 зим назад. Хватит ли там земли всему нашему клану? Земли хватит всем, жена. Из 4 королевств Англии лишь в одном царит мир. Не желаю носить ошейник Харальда. Я согласен. Это будет сага на века, Ода. Чтобы обосноваться на новом месте, нужны время и средства. Но богатств Кьотви на это должно хватить. Нет. Они принадлежат отцу, и это справедливо. В Англии мы все начнем заново. Предлагаешь начать заново без денег? В чужой земле, где нас ненавидят? Серебро Кьотви сильно облегчило бы нам жизнь, Сигурд. Его одолел я, и я вправе взять его имущество. Наш уход не должен вредить моему отцу. Это время возрождения для всех. Если ты не согласен, я пойму. Оставь богатство Кьотви своему отцу. В Англии достанет добычи для всех нас. Ладно. Не хочу недомолвок между нами. Мудрый вождь признает нужды и мнения других. Значит, в Англию, пока не угас день. Берите только самое нужное. И не болтайте. Нам не нужно внимание воинов Харальда. Сколько ты слышала?
Немало. Открыт новый путь, и странствие твое будет нелегким. Ты не уйдешь с нами? Я остаюсь ради матери. Но наши пути еще пересекутся однажды. До тех пор прощай. Как они на меня смотрят. По-моему, это лестно. Думаешь, один из них... Эйвор, ветер попутный. Нужно отплывать немедля. Быстро же вы собрались. Отлично. Зову новых земель трудно противиться. Как и обещанию славы. Но оставлять позади дорогой сердцу дом непросто, без горечи. Колеблешься? Нет. Вовсе нет. Все уже решено. Тогда пусть судьба ведет нас. Ты готов? Я готов. Пора выйти в море и пуститься в путь, пока нас не задержали. Мы опоздали. Гляди. Судьба летит быстрее, чем мы. Знамя Харальда. Сигурд, зачем вы здесь собрались? Что ты затеял? Исход, отец. Это лучшее изгнание. Если мне не быть королем на родине, я начну новую сагу. В Англии. Что за вздор? Твое место здесь, со мной. Тебя ждут иные победы, иная слава. Мой выбор сделан, отец. Ты не убедишь меня. На пути к славе нетрудно сбиться с дороги. Не позволяй ложным победам ослепить тебя. Ты говоришь о ложных победах? Старый медведь, лишивший себя чести, один раз преклонив колено? Чем дальше я уплыву, тем громче стану петь. А я стану его якорем. Лучше тебе стать его сердцем. Да хранит вас в пути Эгер. Время слез кончилось, жалкие тюки с шерстью. Пора приналечь на весла! Береги силы, Даг. Впереди у нас океан. Ладно, ленивый Бакроуд. Сигурд, куда мы плывем? Сыновья Рагнара поселились где-то у побережья. Мы отыщем. Даги, сбой! Развеселим Хук. И разбудить богов! Пусть Тор пустит ветры, чтоб нам плыть быстрее! Впереди лежит океан, Эйвор. За ним нас ждут новые владения. Ты много странствовал в Англии? Я провел лето в королевстве Мерсия. Славный край. Пышный и дикий. Сыновья Рагнара верно взяли себе лучшие земли. Ты хочешь вступить в их войско? Пусть они вступают в наше. Скоро вся Англия узнает о клане Ворона. Наша слава прогремит в их королевствах. Так в Англию! За славой и судьбой! В Англию! В Англию! Или в Вальгаллу!
Кембриджском университете доктор Сиерки заявила, что наука не в силах ответить на эти вопросы. После выброса корональной массы в 2012 году сила магнитного поля Земли увеличилась в 50 тысяч раз. Это привело к сильнейшим помехам в спутниковой и радиосвязи, к возникновению опасных радиационных зон у полюсов и постоянному северному сиянию, которое мы сейчас наблюдаем из окна. К сожалению, мы не знаем, почему это происходит, и если быстро не найти ответ, это может изменить нашу жизнь, наши способы связи, даже наше развитие навсегда. По словам доктора Сиерки... Принес еще электролитов. О-о-о! С новым цитрусовым вкусом! Спасибо, Шон. Как все это исправить? Как вышло, что ты ключ ко всему? Ты далеко от дома, Эйвор. Надо делать это почаще. Так расслабляет. Я никуда не собираюсь. Пока что. Красиво, но неестественно. Я бы рада развлечься, но есть более важные дела. Хорошая техника. Мятный чай — это вообще-то не чай. Это настой мяты. То есть мутная водичка с травой. Называй его как хочешь, Шон. Так ты его купил? Конечно, родная. Извини, что пришлось прерваться. Генератор начал тарахтеть. Ничего, отдохну пока. Как тебе поток данных Анимуса? Комфортно? Да, кажется, поток стабильный. Славно. Дай мне минутку, и сможешь продолжить. Еще один спутник вырубился. Видел? Ага. Спутник Абстерго. Супер. Теперь чуть ли не во всей Северной Америке нет сигнала GPS, так что супер относительный. Да. Какая-то пирова победа. Ну все, порядок.
Возвращайся в Анимус, как будешь готова. Можно я включу музыку? Валяй. Ага. Привет, Лейла. Шон, что скажешь об этой могиле? Ну, она опровергает давнее представление о том, когда европейцы впервые прибыли в Америку. А так, это просто кучка грязных костей, разве нет? Не расскажешь об этой штуке, что у меня на шее? А, стабилизатор настроения. И? Он ведь безопасен? Нет, все нормально, просто хочу узнать, что нет побочных эффектов. Не должно быть. Он блокирует только внешние раздражители. То есть, ну, не влияет на тебя. Шон, знаешь, в том году я ничего не могла сделать. Я пыталась сопротивляться. Понимаю. Прошлая команда... Ну, по крайней мере, мы такое видели. Но если хочешь работать с нами и понять, почему мир второй раз за 8 лет на пороге конца света, носи эту штуку, пока не разрешат снять. Приказ Уильяма. Знаю. Не проблема. Всего пару недель. Пока не поймем, что к чему. Хорошо. Да, ты прав. Шон не терял времени. Шон, поставишь это в холодильник? Конечно, полминуты. И помни, помидоры в шкаф, а не в холодильник. Добро пожаловать. Главное, не забывайте складывать мусор в мешки и поливать цветы каждый день. Да, наверняка забуду. Шон? Не забывай поливать цветы, пока я там, ладно? Добавлю напоминалку. Не набью тату на ноге. Так славно. Спокойно. Тебя было непросто притащить сюда. Надеюсь, ты того стоишь. Когда-нибудь я посплю на настоящей кровати. Как ты? Лучше. Но я боюсь снова попасть под 2 потока данных. Не могу обнадежить. Сама не понимаю, как так вышло. Будто 2 разума делят 1 мозг. Боль, как от заряда дроби в голову. Поток данных из ДНК этого викинга очень плотный, в нем много помех. Может, это жезл создает помехи? В смысле? Головные боли, срывы. Все началось с появлением жезла. Ты ведь не пытаешься оправдаться за смерть подруги? Боже, нет! Что ты? Прости, ты не переживай. И если почувствуешь, что теряешь контроль, скажи нам. Я держусь. Стараюсь. Посмотрим.
Я жил, я умер, а теперь сплю. Я сплю и вижу сны. И в этих снах мне предстает злой рок, вновь подстерегающий наш мир. Найдите родича волка, ярость бури. Найдите меня и спасите всех нас от гибели. Разговоров с Дезмондом в 2012-м. Кажется, в декабре. Просто трёп. Ни тебе квадратуры круга, ни гениальных стихов. Но он делился с нами интересными размышлениями об анимусе и о том, что значит быть ассасином. В общем, послушай, может, и ты испытала нечто похожее, так что... Ну, расскажи потом, что думаешь. Только не нуди, что я там разговариваю, как полный придурок. Лучше просто промолчи. Я немного простудился, когда мы это записывали. Может, что-то с голосом? И вообще, ну, ладно, это все. Так что выключить. Выключить. А, да, тут просто кнопка. Вот так вот. Нет, нет, хорош, Шон. Выключи. Погоди, ты так хорошо сказал, хочу сохранить для потомков. Давай еще раз, погромче. Серьезно? Еще бы, давай. Как минимум я смогу предъявить это твоему отцу. А, вот оно что. Ладно. Я сказал, жаль, что я родился ассасином, а не сталом. Лучше бы я сам выбрал свою судьбу. Теперь ты доволен? Ага, но почему? Потому что выбор – основная идея кредо. Он лежит в основе всего, так? Свобода воли. Когда ты видишь все как есть и говоришь «Да, я этого хочу» или «Нет, это не для меня». Но если ты с рождения в нашем кругу, да вообще в любом, все не так однозначно. Тебе повторяют снова и снова. Мы в это верим. Таковы правила. Это реальность. Другого пути нет. А если ты сомневаешься, на тебя смотрят так, будто ты убил щенка. Где же тут свобода? Странная ирония. Ты веришь в свободу воли, но тебе запрещают верить во что-то еще. Не знаю, как лучше выразиться. Но мне всегда казалось, что наше кредо – это саморазрушение. Если свобода воли – наш моральный ориентир, то мы вольны отказаться от нее. Выбрать, к примеру, подчинение. Понимаешь? У нас должен быть выбор – примкнуть к тамплиерам или нет. Если мы и правда свободны. Ага, самоопровержение. При демократии.
Третье, можно избрать диктатора или вообще проголосовать за отмену демократии. В нашем кредо есть зерно саморазрушения. Поэтому оно такое мощное и хрупкое. Да, да, чем больше свободы, тем больше риска, верно? Вообще-то, мой отец годами стал мягче. Но когда мы жили на ферме, он был очень строг. Никому не давал спуску. Я никогда не чувствовал, что свободен, что сам выбрал свой путь. Мне вбивали в голову наши кредо и догмы. Став подростком, я следовал всем этим правилам просто из чувства долга. Ведь так делали все. Так происходит со многими организациями. Пришло время застоя, понимаешь? Фундаментализма. Да. Правила становятся важнее тех целей, для достижения которых были придуманы. И люди забывают, зачем были нужны эти правила. Это одна из форм деонтологии. Следовать правилам ради самих правил, а не ради результата. Да, но ведь должно быть иначе. Наверное, следовать правилам всегда легко. Помолиться, сделать глоток вина, съесть обладку. Ритуалы дарят покой. Но все это лишь видимость. Людям лишь кажется, что они что-то делают. Хотя им надо бы для начала просто реально начать хоть что-то делать. Думаю, людям просто нужны границы. Четкие границы. Они хотят видеть вокруг крепкие стены. С этим не поспоришь. А все, что снаружи, жизнь в своем многообразии, она пугает. Я тебе завидую. Ты сам все решил, прошел через все это и сделал свой выбор. Сказал «да, я верю в это». Ну да. Впрочем, это не мешало мне считать, что я знаю все лучше всех. Но я тебя понял. Я бы тоже хотел быть как ты и все знать. Но не знал ничего, пока вы меня не нашли. Да. Только после знакомства с тобой, Ребеккой и Люси, я понял, что хочу быть ассасином. О, ну спасибо. Ладно, иди сюда. Объятия не по моей части, но для тебя я сделаю исключение. Нет уж, обойдешься. Уверен? Я сегодня приятно пахну. Выключай уже, ладно? Подожди, я положу сюда. Вы записываете все, о чем мы говорим? Не то чтобы все, но ты много времени провел в анимусе. Я подумала, так мы сможем узнать больше о побочных эффектах. Я подопытный кролик? Нет, нет, все мои кролики сдохли. Не выдержали анимуса, увы. Мило. Расскажи про эффект просачивания. Есть что-то новое? Еще воспоминания? Все как обычно. Призрачные образы Альтаира и Эцио пару раз в день. Впрочем, они ненавязчивые. Быстро исчезают, я едва замечаю. Как будто вижу краем глаза. Или как будто они мне снились ночью, и я вспомнил этот сон. 2 дня назад галлюцинация длилась дольше. Я видел Эцио. Он был не молод, как тогда, когда покинул Каппадокию. Он стоял на палубе корабля. Один. И я ощутил, что им овладели... сожаление или чувство вины. Мне показалось, что Эцио утратил веру. В себя и в кредо. И не в силах продолжать хранить верность идеалам. Я смотрел на него и думал, может, тогда он решил, что больше не будет ассасином. Похоже на то. Но обычно видения длятся недолго, всего несколько секунд. Словно целостные воспоминания о кратких мгновениях, которые возникают внезапно. Странное чувство. Ясно. Что-нибудь еще? Еще я начал видеть Коннора. Хотя его я чаще слышу, чем вижу. Думаю, это временно. А, да, вчера, перед сном, я вдруг увидел себя на берегу Карибского моря. С какими-то моряками, или, может, пиратами, не знаю, понятия не имею. Надо разобраться. Как ты себя чувствуешь в целом? Как будто, ну, я стал старше, скажем так, намного старше. Странно, но это успокаивает. Мне доступны навыки памяти, мысли многих людей. Я как будто прожил несколько сотен лет. Может быть так, что со временем моих воспоминаний не останется. И я буду кем угодно, только не собой. Может. Есть даже термин «замещение личности». Такое случилось и раньше, но редко. С таким прошлым тебе не о чем волноваться. Прошлым? Ты хочешь сказать, с такими генами и способностями? У тебя ДНК ИСУ. Ты способен делать то, что не дано другим, и перенести то, что им не по силам. И страдать так, как им не дано, тоже. Тут особо нечем гордиться. Ты о яблоке? Да.
Оно манит меня, не дает покоя, говорит со мной, дразнит, сводит с ума. То, что я сделал с Люсей, проклятие. Я приношу один только вред, причиняю боль. Знаю, но ты особенный, вот что важно. Я не особенный, я везучий, вот и все. Понимаю. Мы ассасины. От других нас отличает кредо, а не гены, не родство. Каждый может примкнуть к нам. Верно, но давай пока оставим это. Скажи мне вот что. К тебе возвращалось что-нибудь из памяти Ису? Из памяти Ису? Нет, не думаю. Даже представить не могу, на что это похоже. Когда-нибудь узнаешь. Может быть, получится расшевелить твою память. Боже, давай сперва спасем мир, а потом начнем копаться в моей памяти. Идет. С моим везением мой предок был какой-нибудь заштатный Ису. Скажем, Сизиф. Какое стремление ввысь? А как иначе? Ладно, приступим. Из Норвегии в Англию плыть около недели. Я перемотаю. Лейла, ты как? Прости, можно включить запись еще раз? У нас есть расшифровка, если ты что-то ищешь, я могу... Я хочу послушать! Ладно. Извини, что озадачила, но... Послание привело нас сюда, к скандинавской могиле в Северной Америке. И эти кости — наша единственная ниточка. Единственный шанс спасти планету, пока не поздно. Вот оно. Я жил, я умер, а теперь сплю. Я сплю и вижу сны, и в этих снах мне предстает злой рок, вновь подстерегающий наш мир. Найдите родича волка, ярость бури, найдите меня и спасите всех нас от гибели. Как-то тревожно от этого. Это серия звуков. В ней только координаты? Может, еще что? Других идей нет. Ладно, я готова. Поехали.